Еженедельно, по четвергам, проходят рабочие совещания городского управления силами, на которых рассматриваются различные вопросы, касающиеся экономики, образования, спорта и культуры. Подробности повестки дня прошедшего заседания от городского секретаря Андрея Ионова. Традиционная информация для горожан о наиболее важных решениях, принятых городским управлением. Утверждены проектировочные условия, реновации здания детского сада, пяйксики. Планируется утепление фасада, крыши, подвала, замена окон, дверей и внутренняя отделка. Также утверждены проектировочные условия реновации жилого дома по адресу улица Валерия Чкалова, 18. В данном случае предстоит частичное утепление фасада. Дано разрешение на эксплуатацию нежилого помещения по адресу Кеск, 53. В нем размещается рыбный магазин. По ходатайству акционерного общества «Танкем» городское управление выразило свое мнение относительно выдачи департаментом окружающей среды разрешения этому предприятию на загрязнение воздуха при следующих условиях. В период перекачки химических и нефтехимических продуктов предприятие должно обеспечить постоянный контроль за загрязнением атмосферного воздуха на территории порта и оперативно представлять результаты контроля городскому управлению и жителям города. Также предприятие должно организовать мониторинг атмосферного воздуха в случае неблагоприятных климатических условий. И его данные также оперативно представлять городскому управлению и горожанам. В этих случаях предприятие должно принять меры по избежанию распространения запаха в жилых районах города, приостановить перекачку или уменьшить ее скорость. Решено передать в использование футбольному клубу поле с искусственным покрытием сроком на 1 год. Также выделены денежные средства на поддержку деятельности спортивных клубов города в первом квартале этого года. С 13 по 16 июля в Силаме планируется провести мероприятие под общим названием «Морские дни». Уже сейчас идет подготовка к этим дням. Проводятся рабочие совещания. Дорогие жители, бывают разные праздники, разные события, и нас они всегда интересуют, и мы хотим участвовать. В этом году очередной праздник. Наш Силамайский порт отмечает свой юбилей 10 лет. И в этом году, в честь этого юбилея, мы проводим в городе морские дни. Они будут проводиться с 13 июля по 16 июля. А самое интересное, что нас город посещает интересный корабль «Крузенштерн». Или парус «Крузенштерн», правильно сказать. И у нас у всех есть возможность быть участниками этих морских дней. То есть разные концерты, мероприятия и, конечно, посещать парус «Крузенштерн». Так как эта информация уже идет через газеты, через уст людей и так далее, хочу сказать, действительно, экскурсии, которые будут проходить для того, чтобы вы могли бы увидеть и смотреть своими глазами и своими руками, что такое парус «Крузенштерн», она будет. Но записи мы пока еще не ведем. Запись будем вести уже ближе к весне, и обязательно мы об этом будем и говорить. Поэтому, дорогие мои друзья, немножко терпения, следите за информацией, которая идет через наш сайт, через нашу прессу, через наше телевидение, радио и так далее. Так что мы все будем радоваться этими праздниками, которые первый раз в нашем городе. Старшее поколение, те, кто еще застал самовары на углях, дровах, помнят, как вкусен чай из такого самовара. Да, промышленность стала выпускать и электрические.
Вроде и форма та же, да вкус не тот. В городском музее открылась выставка русских самоваров. 7 января в этом году у нас открылась необычная выставка на первом этаже музея. Из частной коллекции Евгения Сычевского, сам этот человек живет в Нарве, выставка самоваров. Это большая коллекция, которая представлена в нашем музее примерно в 60 экземплярах, хотя на самом деле у Евгения их гораздо больше. Самовары представлены от самых первых, которые ему удалось найти, от самых первых самоваров до самоваров, будем говорить, почти сегодняшнего дня. Самовары в прошлых временах не покрывались ни никелем, ни ничем. Они не украшались никаким блеском. Они были натуральные, медь, бронза и так далее. И использовались действительно как самовар, в котором варились и щи, и борщ, и чай, и компот, и все, что было угодно. И самовары уже более поздние. Здесь есть даже императорские самовары, которые делались и для украшения роскошного стола. Поэтому в этих количествах самоваров, которые присутствуют у нас сегодня на выставке, представлены и чайный стол с подстаканниками, чашечками, подносами. Еще раз хочу указать, что императорские самовары, императорские подносы – это то, что делалось в мастерских императорских, царских фамилий для подарков для своих гостей. Поэтому приходите на выставку, увидите эти самовары. Выставка продлится не очень долго, в крайнем случае еще месяц, пока у нас идет ремонт в музее. До встречи! Кроме выставок в музее, с этого года проводится цикл мероприятий для детей 6-8 лет и их родителей. Основные мероприятия в рамках проекта «По субботам в музее» запланированы дважды в месяц с января по май 2013 года. Для детей и родителей занятия состоят из трех частей. Тематический рассказ хранителя музея, просмотр диафильма и изготовление поделок в музейной мастерской. В рамках проекта можно будет познакомиться с выставками и экспонатами из фондов музея, побывать на экскурсиях, краеведческих уроках, поучаствовать в викторинах и веселых заданиях. Сразу три выставки открылись в Силамяевском молодежном центре по интересам «Улей». Работы кохтлоярвицких художниц, коллекции копий военной техники и статьи с фотографиями о так называемых российских звездах эстрады. В Силамяевском молодежном центре по интересам «Улей» открылось и ближайшие два месяца будет работать сразу же три выставки. На первом этаже расположились модели, выполненные Германом Афанасьевым и его сыном. Это модели военной техники. И тут же на первом этаже еще замечательная выставка под названием «Достать звезду». Ее автор Наталья Колобова, которая когда-то занималась у нас в пресс-классе в нашем Улье, а сейчас сотрудничает с издательством «Столица» в России, пишет замечательные статьи, и вот часть этих статей представлена на первом этаже нашего здания. На втором этаже также очень интересная экспозиция, ее нам представили две художницы из города Кохтла-Ярви, мать и дочь Ольга и Арина Жарковы. Уверяю вас, что есть чем восхититься в наших коридорах, есть что посмотреть и даже есть что почитать. Не проходите мимо Улья, заходите на наши выставки. Восьмой раз в городе Силами проходит песенный конкурс «Лаулу карусель». Юные певцы, вокальные ансамбли исполняют две песни на русском и эстонском языках. В жюри конкурса именитые музыканты подводят итоги и в конце дня оглашают победителей конкурса. В этом году решено изменить условия конкурса.
Все исполнители были записаны на видео, которое будет выставлено в интернете, и зрители, послушав исполнителя, смогут проголосовать. А оценки жюри будут известны чуть позже, пока же они хранятся в глубокой тайне. Мы находимся в кабинете, где уже начала свою работу молодежная телевизионная студия «Улья». Несмотря на то, что кабинет сейчас еще плохо оборудован, в ближайшее время здесь появится все необходимое, и мы, я надеюсь, что молодежь начнет выпускать свои телевизионные передачи. Мы приглашаем в эту студию и юношей, и девушек от 12 лет до 26 для того, чтобы приобщиться к этому удивительному миру телевидения, заявить о себе, открыть в себе, может быть, какие-то новые таланты. На программе, которая у нас называлась «Анонс перед открытием», у нас было записано чуть больше 20 человек, но это не значит, что это все предел. Все, кто захочет прийти к нам, будем рады. Приходите, записывайтесь. Более подробную информацию вы можете прочитать на нашем сайте ulei.ee. Никто уже не удивляется, встретив курящего подростка. И сегодняшняя наша тема – курение в школе. А что же по этому поводу думают сами курильщики? Нам удалось поговорить с некоторыми из них. Скажи, пожалуйста, как давно ты начал курить?
Ну, это было года, наверное, лет 5 назад, наверное. Родители, ну, сначала начинали там, ну, били там, все такое. Отец тоже бил. Ну, сейчас как подросли, так сейчас ничего не делают. Просто говорят, что не надо, не надо. А почему ты стал курить? Ну, просто как, чтобы, как все пацаны курят, так я тоже начал. Выделиться как бы из толпы, да? Ну. У тебя никаких таких осложнений не стало? Там рост маленький, волосы не стали выпадать? Да нет. Хоть я курю, но я расту нормально. Ничего такого. Ты как в школе учишься, хорошо? Ну, в школе я учусь нормально. Ну, вот, а четверти справился намного. Четверки, тройки, ну, двойки тоже есть. К сожалению, курят не только мальчики, но и девочки. Некоторые из них выкуривают по пачке в день, зная при этом, как опасно курение для здоровья. Когда ты начала курить? 12 лет. А почему ты стала курить? Потому что все курят, и я курю. Какие ощущения у тебя были, когда ты начала курить? Голова кружилась, тошнила. А теперь? А теперь никаких. Тяга к сигаретам. Вот какие ощущения. Ты пыталась бросить? Я уже как 3 года бросаю. Не бросить никак. Силы воли мало. Да. Ну, когда все курят, как ты бросишь? Придешь в компанию, все курят, а ты вот не будешь курить. Просто не хочешь выделяться, да, из всех? Ну, нет, почему? Ну, не бросить уже. Уже как 3 года, я курю, не бросить. А как родители на это смотрят? Мама положительно, отец отрицательно. Ну, мама так разрешает курить, а отец... Лучше, чтобы не знал. Ну, как он знает, но перед ним я не курю. Мать так дает сигареты, говорит, на, иди там в туалет куда-нибудь покури. Так не курю перед ними. А если бы отец увидел, что бы он сделал? Ну, даже не знаю. Ну, наверное, наорал. Бить тоже поздно. Это мнение курильщика. А что думает по этому поводу директор школы Виктор Игнатьевич Борсук? Где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов в школах очень-очень мало курили ребят. Очень мало. И вот, допустим, 5-7 класс практически единицы в классах были, когда курили, да? А вот начиная 65-66 год, вот это такое пошло, прямо обвал пошло, поголовное курение. Тогда дети смотрели кино, и там выходила красивая актриса и курила сигарету. Они начинали подражать. Ну, а сейчас, если говорить кино, то сейчас многому можно будет подражать. Это, конечно, не то. Если в семье складывается нормально взаимоотношения родителей с этим, и если родитель настолько убедил своего ребенка, что взрослость – это не то, что ты с сигаретой пройдешь, то тогда это будет нормально. Спасибо большое. Пожалуйста. А теперь мы побываем в 5-й школе. Может быть, здесь дела с курением обстоят иначе. Мы посетили урок, темой которого являлась проблема борьбы с курением. В классе велись оживленные дискуссии о вреде курения. Беседу проводил директор школы Юрий Александрович Никитин. Вот, я могу сказать следующее, особенно тем, кто пытается начинать курить, что начинают люди всегда достаточно легко. И они себе говорят, когда надо будет, я брошу. Так я вот могу сказать, ничего подобного. Ничего подобного, потому что человек, если он достаточно долго курит, он испытывает вот в процессе бросания 2 рода вообще таких затруднений. Первое – это связанное с физической частью человека. То есть возникают некоторые проблемы, связанные вообще со здоровьем. То есть у человека может нарушаться ритм сердца, нарушаться, так сказать, дыхание, какие-то болезни появляться.
И второе, это уже все, что связано, допустим, с понятием сила воли или дух человека. А что нам скажет по этому поводу медицинский работник? За время моей работы в школе был один случай отравления никотином. Но такой несерьезно, конечно, не сильно, но было. И один случай отравления алкоголем было. То есть случаев смерти не было, да? Случаев, слава богу, не было. Спасибо. И еще один вопрос. Скажите, как вот заядлому курильщику бросить эту вредную привычку? Вот он хочет бросить. Что ему делать? Ну, здесь в первую очередь я считаю, что надо сила воли, иметь силу воли. Потому что если человек, ну, понимает, что ему надо бросить, но у него не хватает силы воли, он не справится с этой задачей. Ну и здесь еще надо обратиться к врачам, конечно. Все знают, что курение вредит здоровью, но не все хотят бросить. Чего ты не бросаешь курить? Я не могу бросить курить. Почему? Привычка дурная. Тебя кто-то научил этому или ты сам додумался? Друзья. Я гуляю с друзьями, которые курят. И сам начал курить. А когда начал курить? С какого возраста? Начал курить с 6 класса вроде. С 6 класса? А у тебя? Я начал курить с прошлого года, ну в 7 классе. Тоже друзья научили? Ну да, я все время в окружении старших, они у меня все курят. А вы понимаете, что курение это все-таки вред, и как-то надо бросить? И раз вы должны это бросить, то какими методами вы будете это осуществлять? Просто, наверное, надо взять, купить конфет, когда хочется курить. Вместо сигареты засунуть в рот конфету. У тебя так получалось? Ты делал когда-нибудь так? Я бросал, я раньше курил, потом я бросил, начал курить. Я бросал именно вот этим способом. А никотины, вот эти пластыри не пробовали, рекламируют часто? Ну, я еще не пробовал покупать, они еще тем более дорогие очень. А ты знаешь, как он действует? Нет. Ну, вот у меня друг был, ну, как, не друг, а знакомый, ну, товарищ. Курит, вот. Купил себе пластырь, но, говорит, ну, наклеил, говорит, курить вообще не хочется. Но он так просто курит. Запомните, курение вредно для здоровья. На открытом чемпионате города по плаванию стартовало около 100 человек из Нарвы, Лихвы, Кохтла-Ярви, Азри, Таллина, Санкт-Петербурга и Москвы. Надо отметить, что все участники видят большой плюс нашего чемпионата в том, что он объединяет ветеранов и юных пловцов. В первом символическом заплыве принимали участие ветеран плавания Вайно Педоск, 76 лет, Эник Сулане, 75 лет, наш спортсмен Олег Тихонов, 74 года, Сергей Виноградов, 74 года и Алексей Гусев, 8 лет, Павел Данилов, 7 лет. Для определения лучших в своих возрастных подгруппах все участники стартовали на дистанции 50 метров. В младшей подгруппе до 15 лет победителями стали Анна Королева и Глеб Панченко-Прокопьев. В более старших подгруппах из Силамяс призовые места заняли Светлана Шубина, Ольга Букакова, Николай Морозов, Олег Баринов, Евгений Каев, Виталий Юров, Дмитрий Лысов, Марина Каркаева, Вероника Горкунова, Александр Данилов, Вячеслав Булатов, Сергей Ходорев, Дмитрий Малышев, Андрей Проскурин, Евгений Бармотин, Алла Беляева, Александр Оглоблин, Геннадий Курбатов, Александр Алешкин, Николай Бобков, Людмила Иудина, Борис Ермаков, Олег Тихонов, Марина Каргаева, Татьяна Севигла, Сергей Ходорев, Андрей Проскурин, Геннадий Курбатов и Олег Тихонов установили рекорды города в своих возрастных подгруппах. Чемпионат силами является открытым. Это значит, что звание абсолютного чемпиона по сумме очков за две дистанции 50 и 100 метров могут претендовать все участники. В этом году чемпионами в абсолюте стали кохтлоярвицкие пловцы Юлия Шнурова и Владислав Пашурин. А силамяйские спортсменки Светлана Шубина и Анна Королева в числе призеров.
По традиции, чемпионат завершился эстафетой «Ветераны против молодых» и конкурсом прыжков с тумбочки «Брызги шампанского». Проведение турнира финансово поддержали Силамяйский муниципалитет, Эсти Культуркапитал, ВКГ «Электре Выргут». Специальные призы самым старшим участникам предоставил Тынис Сейсма. Зимние чемпионаты по легкой атлетике для всех возрастов группы А и Б, юниоры и Норса, начались уже 19-20, 26-27 января. 19-20 января проходили соревнования группы А и Б. Можно сказать так, группа Б это 13-14 лет и группа А 15-16 лет. Первое соревнование было в Ластомея в Таллине. Мы выступили на этих соревнованиях, я считаю, успешно. Хотелось, конечно, большего. У нас было завоевано две золотых медали. Это Кирилл Баржицкий выиграл 5000 метров в спортивной ходьбе. И Маргарита Козлова выиграла с рекордом нашего клуба 3000 в спортивной ходьбе, 3 километра. Серебряные медали завоевали Полина Хмелева в тройном прыжке. И она же была второй в беге на 200 метров. Хотя можно сказать так, что ей не повезло, одинаковое время показала. Проиграла тройным прыжком 3 сантиметра и одинаковое время на 200 метров. Можно сказать, что она рядом была с золотыми медалями. Кроме того, Илья Волосатов завоевал серебряную медаль в ходьбе на 3000 метров. И Давыдов завоевал в группе юниоров на 5000 метров серебряную медаль. Третье место в спортивной ходьбе взяла Анастасия Пономаренко. И третье место на 1500 бега это взяла Ксения Савченко. По итогам этих соревнований можно сказать, что мы выступили успешно. Я хочу подчеркнуть, что ожидали, конечно, большего. Но я думаю, что не надо торопиться. Думаю, что они себя еще проявят. Некоторые на взрослом чемпионате Эстонии. А 26-27 такие же соревнования, только в группе Норсова и юниоров. Это возраст уже 19-20 и 23 года. Проходили, у нас команда всегда большая, проходили соревнования в Тарту. Значит, наиболее успешно у нас выступил это Александр Казинец. Он был чемпионом бега на 3000 метров и завоевал серебряную медаль бега на 800 метров. Хотя бега на 800 метров из-за тактических ошибок мог бы быть практически первым. Ну, подведя всему итогу, всему сказанному, у нас тут начался ремонт света в манеже. Может быть, в какой-то степени это и помогло. Дело в том, что иногда мы меньше тренировались. И это помогло выступить. Почему? Потому что отдохнувшие ребята, в конце концов, выступили лучше. Сейчас у нас будет прекрасное освещение. Это здорово. Почему? Потому что у нас до сих пор было темно. Это если по нормам 500 люкс квадратный метр, здесь было вообще там 200-250. И поэтому так мы тренировались не в комфортных условиях. Уважаемые жители нашего города, хочется пригласить вас использовать возможности, которые есть в нашем городе. Это прекрасный каток, который находится у спортивного комплекса «Калев». И на городском стадионе «Калев» накатаны два лыжных круга, которые можно использовать с 6 до 9 вечера на освещенной территории. Также для удобства горожан ведется в данный момент работы по заливке большого катка на территории стадиона бывшей второй школы на Чкалова 25. Приглашаем горожан активно использовать возможности в нашем городе. Татьяна, где можно получить катки, коньки в прокат? В данный момент есть такая возможность в спортивном комплексе «Калев». Абсолютно бесплатно. Ребята могут, у кого нет коньков, прийти и попросить коньки.